В День пожилого человека представители старшего поколения были не только зрителями на праздничных концертах. Виновники торжества и сами вышли на сцену, чтобы показать свои таланты. В Люберецком дворце культуры прошел областной вокальный фестиваль. В нем приняли участие подопечные комплексных центров социального обслуживания из 14 округов Подмосковья. За выступлениями артистов наблюдали мои коллеги. На люберецкой земле Раиса Борисова выступает впервые. За плечами участницы художественной самодеятельности из Одинцова многочисленные победы на областных конкурсах. На фестивале «Созвездие талантов» она выступила в номинации «Сольное пение». Я самородок. Я стремилась на вокал пойти, но все жизненные обстоятельства, вы знаете, что не даю. И я вот сама по себе, какая я есть. Я так и пою. Отсутствие музыкального образования не помеха, чтобы выйти на сцену. Однако выступления артистов оценивают профессионалы, педагоги по вокалу, хормейстеру, руководители ансамблей. Задача предстоит сложная – выбрать в каждой номинации троих победителей. Мы сегодня подарим им хорошие призы всем конкурсантам, все, кто участвует. Наш центр сегодня никто не представляет, потому что это было бы необъективно. Мы сегодня только смотрим, награждаем другие муниципалитеты, потому что наши участники от нашего муниципалитета, они ездили, уже побеждали. Кроме сольных артистов выступили музыкальные коллективы. Ансамбль «Верные подруги» приехал из Видного. Перед выходом на сцену финальная репетиция. Ансамбль наш называется «Верные подруги». Ансамбль наш существует уже очень давно. Раньше мы назывались «Фронтовые подруги», потому что в нашем ансамбле были женщины, участники Великой Отечественной войны. Сейчас их многих нет, но некоторые остались участники. Раньше мы пели в основном песни фронтовые, военные. Сейчас мы поем песни буквально всякие. Областной вокальный фестиваль для представителей старшего поколения прошел в День пожилого человека и День музыки. Лучшего способа отметить двойной праздник не придумаешь. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.